В Минске в Институте журналистики подвели итоги первого соревнования региональных телевизионщиков Беларуси и России. «Образ времени» – именно так называется конкурс. В числе победителей и телеканал «Мозырь». Коллектив удостоен диплома третьей степени. Третье место жюри отдало коммунальному унитарному предприятию телеканал «Мозырь», Гомельская область, Республика Беларусь. Компетентное жюри оценивало более 50 работ и проектов, в которых отражены всевозможные точки соприкосновения стран-соседок. Награждение проходило в рамках открытия первого тематического телефестиваля. Главная идея фестиваля и те, наверное, задачи, если можно так сказать, которые ставились, когда задумывалось это мероприятие, это, естественно, информационное сопровождение того большого сотрудничества, тех интеграционных процессов, которые сегодня идут на уровне регионов между Беларусью и Россией, потому что сотрудничество очень большое. И есть очень большая такая насущная потребность больше знать о жизни друг друга, больше знать, как живут соседи, друзья и братья, которыми являются, безусловно, белорусские и российские народы, белорусские и российские регионы. Журналистам из Калининградской области комфортно в Минске. С белорусами близость по духу и не только. Плотное идет сотрудничество с Белоруссией. Известно, что Калининградская область – анклав, мы оторваны от всей России, и нам ближе Белоруссия. И у нас многие продукты питания в связи с этим эмбарго и со всем остальным, многие продукты питания у нас белорусские. Качество которых хорошее, ничем не отличается от западных, и поэтому, в принципе, взаимоотношения и взаимное сотрудничество с Белоруссией очень важно для России, ну, в частности, именно для Калининградской области. Беларусь и Россию объединяет многое – и современность, и история. Великую победу, которая стоила миллионы человеческих жизней и которая измеряется сотнями сожженных городов и деревень, чтят обе страны. В рамках фестиваля посещение журналистами Музея Отечественной войны вполне закономерно. Его начали создавать еще в 43-м. Многие экспонаты сотрудники музея собирали по горячим следам. Экскурсия на национальную телерадиокомпанию удовлетворила любопытство региональных телевизионщиков, как российских, так и белорусских. Перед ними приоткрыли некоторые секреты профессиональной кухни. Эта телеплощадка союзного государства оборудована по последнему слову техники. Оснащение и мастерство сотрудников позволяет выпускать оригинальную и качественную продукцию. Всего в фестивале приняли участие представители телекомпаний из 16 регионов. Светлана Грудько, Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».